Друзья, всем огромный привет! Вы на канале «Делай сам» и с вами снова Алексей. А вы выкидываете вот такие вот старые, сломанные, почти из расхода до конца диски? Если нет, то расскажите, что вы с ними делаете, а я покажу, что с ними делаю я. Так что вам всем приятного просмотра. Не забудьте подписаться, кто еще не подписался. Поехали! Друзья, ну видео с ней будем делать вот из таких остатков от отрезных дисков. Их у меня предостаточно, то есть, когда работаешь болгаркой, остаются, и я их не выкидываю. Ну, думаю, в некоторых местах подлезть удобно, да, на ОШМ, где-то нужно маленькие отрезки сделать, прорезы, используешь маленькие. Но еще с них можно еще сделать хорошую идею, которой в интернете, конечно же, очень много. Ну, давайте посмотрим, как это сделал я. Покажу на основе вот таких двух самых стертых, один даже уже подломанный немножко, один, ну, немножко подсточный. То есть, из чего не жалко. Для этого нам понадобится шайба. Диаметр шайбы 24. Берем шайбу на диск вот так вот и обводим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штучек получается с одного диска. Берем ножницы по металлу и начинаем резать. Сейчас прям нарежу вот такие вот треугольнички. А потом уже обрезаю. Очень хорошо режется. Да, немножко неровный, но это ничего страшного. Теперь взял сверлышко двоечку. И примерно буду по центру, ну, на глаз. Ну, желательно, чем ровнее, тем лучше. Но больше, наверное, проламываем, чем просверливаем. У меня нету никакого пробойничка. В комплекте с гравером есть вот такой вот зажимной патрон. Он как раз здесь, наверное, такой же 2 мм. Сейчас будем, наверное, по 2, по 3 штучки прям устанавливать. Можно, думаю, по 3 даже. Естественно, кривые. Все дело хорошенько нужно затянуть. Зажимаем в дрель, шуруповерт. Давайте попробуем на напильнике. Ну, чисто просто как проба. Напильник вроде не портится нормально. Все, ну и круги, в принципе, равняют. Но я все-таки думаю, что лучше это сделать на гриндере. Да, как видим, получается идеально. Ну, обман зрения. Откручиваем и с тремя другими делаем такую же процедуру. В общем, получилось у меня 6 штук одинакового размера, они прям одинаковые. И также я сделал парочку разного размера, разного диаметра, побольше, поменьше. И один хочу попробовать прям не шлифовать его, а просто попробовать уже использовать его на нарезке. Посмотрим, я думаю, он выровняется при резке. Ну, это мы попробуем. Так, ну а прежде чем испытывать, я хочу еще сделать еще одно приспособление. Это у нас будет барабан для шлиф-ленты. Взял брусочка, 25-я доска, толщина 25. Сейчас вот так вот где-то примерно напополам. А взял перцовушка по дереву, троечку, и по центру, ну, опять же, все примерно по центру, максимально стараемся делать по центру, делаем отверстие сквозное. Взял зенковочку и сейчас зенкую здесь сверху. Какая-то зенковка китайская. Ну ладно, пойдет. Взял саморез троечку. Ну, он длинный был, я его немножко укоротил. Теперь вставляем, пробуем. Взял клей, супер клей. Капнем вовнутрь. Вставляем быстренько саморез. И также хорошенько еще раз сверху прольем, чтобы уже наверняка. Была бы сода под рукой, еще можно было бы соды насыпать. И вообще было бы соединение очень крепкое. Ну и так будет отлично держаться. Пускай теперь это все дело высохнет. Теперь при помощи стамески убираю углы. Тем самым закругляю. Теперь опять зажал все это в дрель. Включаем гриндер. Не показал, сделал также углубление. Теперь берем наждачную бумагу.
Подзагнул я немножко, и теперь вставляем один край, заводим и зажимаем второй край, вставляем. Но это еще не все, а так держаться толком не будет. Взял теперь вот такую вот щепочку, вставляю ее вовнутрь, она немножко под конусом, и заламываю. Давайте сейчас попробуем. Насадочку одел на гравер, давайте теперь попробуем на куске металла на трубе. На металле отлично. То есть отлично, тема рабочая, насадочку, наждачную бумагу всегда можно поменять. Делается быстро, на скорую руку. Класс. Так, ну а теперь, друзья, вот как видите, поставил необработанный диск. Просто хочу попробовать, стоит ли его обрабатывать там на гриндере, обтачивать, либо он выровняется сам. Сейчас посмотрим, попробуем на куске металла. То есть, ну, как бы есть, да, неровность видно. Ну, в принципе, он поровнее уже сразу стал. Как видим, диск можно не обтащить по-хорошему, а можно просто его рог поровнее отрезать, и он уже выравнивается, когда начинаешь резать металл. Ну и также отдел, вот, которые диски уже обточенные, ну и, в принципе, они также будут работать. Ну, а что тут говорить, все, конечно же, рабочее. И у нас получилось безотходное производство. По итогу сделал вот для себя таких вот отрезных дисков разной толщины и разного диаметра. То есть, ну, зачем покупать, когда можно и самому из остатков сделать. Да, все это продается, все можно купить, но сделать также можно и самому, и не нужно покупать. Также сделал такую вот шарошечку, да, показал, как это можно сделать. На самом деле, мне больше понравилось, я потом переклеил на клей. На клею держится лучше, чем какую-то фигню вставлять палочку. На клей посадил, и все, держится. Надо, сточилось, сорвал, новую приклеил. Друзья, ну я надеюсь, данный ролик пришелся вам по душе. Если вам понравился, обязательно по пальцу вверх. Пишите ваше мнение, ваши комментарии. Я в течение суток стараюсь на все комментарии отвечать, потом просто уже не хватает на всех времени. Вам еще раз огромное спасибо, кто смотрит, кто поддерживает. Вам всем крепкого здоровья, самое главное здоровья, любви и всего-всего самого хорошего. До новых встреч, пока-пока.